Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Бульбазавр, Сок Яблочный, Миха. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранника». Мы не просто пугать, а нажимать здесь вверху кнопки. Бульбазавр, ты готов? Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. В этом карте есть большой плюс. Можно ходить по всей пиццерии. Даже если он нажмет кнопки, все равно не убивает. Нажал уже кнопку. Пацаны, вы живые? Не убила вас? А, она тут уже. Так, давайте быстрее вовнутрь, потому что он жмет все кнопки подряд. Вот давайте удалим двери. Мне кажется, так будет лучше. Так лучше, да. Не завалит, да. Не, не завалит. Они за гранью этой двери не убивают. Если я вот так выйду, убьет. Так нет. Пришел Фредька. Ты там что, все кнопки жмешь? Да. Как я и сказал? А ты молодец, моя школа. Я бы тоже так делал бы. Может, какой-то серии я поставлю здесь камеру, буду нажимать кнопки, но это будет не так весело, когда выживаешь. Так, то смотрю, одну и ту же кнопку жмет. Нет. Заходи. И Фрей. А, они не могут одновременно все прийти. Они могут. Могут. Hello. Слышишь, кто-то идет? Да, кто-то топает. А как такой звук делаешь? Прикольно. Okay. Ну, как будто ходьба, кто-то по карте как будто ходит. Марионетка, нет. Заходи сюда. Марионетка и мангл. Слышь, ты все кнопки жмешь. Да. Все, уходите. Я посмотрел, как он жмет кнопки. Это весело. Hello. Заходи сюда. Кстати, у железного человека глаза в темноте светятся. Да. Вот фонарик отключи, видишь, белым. Прикольно. Там марионетка сидит. Ага, брат марионетки. Блин, да смотри, я хочу пройтись, он мне не дает. Он постоянно жмет эти кнопки. Голубой, марионетка. Я не могу пройти сюда. Это очень странно. А что нам сделать? Ничего не сделает. Вторая волна пошла. А это была первая волна? Нифига себе, ты жесткий. О, Балунбой, я жопу вижу. Я думаю, когда кто-то прилезет сюда? Я могу сквозь него пролазить. Чего у него там? Нифига нет. Че, он батарейки тебя сожрет? Не, фонарик как работал, так и работает. Мангл. А че, можно в вентиляции сидеть? Да, и видишь, я сижу. Ой, кто-то сзади мешает. Слышь, он меня зажал. Так, кто-то еще не... Слышь, я хотел сказать, еще никто ни разу не умер. Знаете что, мне нравится, что умер тот, кто нажимает кнопки. Смешно. Сам на себя натравил аниматроника, ты молодец. Моя школа тоже. Ой, и опять пошло. Пацаны, ну что он так жмет? Так, надо вам, пацаны, обход сделать. Слышь, он со всех с трех сторон атакует. Заходим. Вперед, беги. Да, он сожрет. Может. О, я на голову тебе залез. Это разве реально? О, давай на тебя встану, ну пройди с тобой, я буду с тобой ходить. Вот, блин, было бы прикольно, если бы на голове стоял, и ты ходил бы вместе со мной. О, я знаю, как это можно сделать. Стой на месте, сейчас я покажу, как это можно сделать. А ну, ходи. Ты видел, я сверху сидел на тебе. Давай еще раз. Да ты ж смотри, ты жесткий какой-то. Быстрее, вовнутрь. А ну, давай на тебя попробую сесть. Сейчас, ой, на пол сел. Hello. Все, а ну ходи. Блин, прикольно, ребята. Офигеть, вы. Да что ж ты невнимательный. Слышь, мы потом гонки сделаем, друг друга будем переносить. О, давай, знаешь, что попробуем? Ну давай, сейчас на тебя сяду. И на следующий ролик мы тогда сделаем паркур вдвоем. Ой, сейчас. На друг друге, что ли? А ну, попробуй прыгать. Воу, так можно паркур делать. На. Знаешь, как мы сделаем серию? Надо будет вынести заложника на себе. Прикольно будет. Кстати. Да, офигенный режим. Так что напишите, ребята, в комментариях, как вам такой режим. Или напишите что-то от себя. Может, я что-то запишу, то, что вы хотите. Потому что эту рубрику я записываю, потому что написали. Димас, сними. Аниматроники пугают охранника. Карта FNAF 2. И мы снимаем. Слышь, Бульбазавр, успокойся. Ты псих, шо ли? Да. Молодец. Ой. А ты можешь на меня сесть, ты сверху?
естественно, на картофан. Ну, давай. Альт Е. Альт, зажми и ежми. О! Слышишь, я тебя на руках нашел. Вот когда на записи посмотришь, как будто я тебя на ручках держу, как ребеночка. Кружечка моя. Блин, не знаю, что в Гаррисоне так можно делать. Эй! Да. Зато мы нашли в Гаррисоне новую лазейку, в которой можно снимать классные режимы. Что-то он успокоился. Он уже не такой, как раньше. Пацаны, идемте обход сделаем. Блин, он не дает это сделать просто. Слышь, он застрял в ком-то. А, там балунбой должен стоять. Лупи, лупи, лупи монтировку. Ой, блин, я так давно не ржал. На! Слышь, ты как так мочишь? Можно отпустить на голову, и тебя не убьет такой. Да? Так, обход делаем. Сейчас только они уходят, сразу бежим на обход. А, это только скример был, а то не убивает он нас. Все, побежали. Побежали. Вдвоем в одну дверь. Беги, 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 беги быстрее. Убежал, убежал. Слышь, там маринетка чуть спину не поцеловал ее. Давайте проверим, дверь открывается. Нет? Ой, ой-ой-ой. Так, маринетка есть тут? Давайте удалим крышку. Ого! Нифига себе, я не знал, что она так убивает. Это же получается, она открыла так крышку, что в лицо мне зарядила. Так, заходим сюда. Слышь, ходит кто-то? Звук классный. Хоть бы сделали. Ты не убивай. О, марионетка стоит, я вижу ее. Это можно убить? Слышь? О, я живой. Это был скример. Нет, я, наверное, появился так. И Фредька, и все стоят. Псих? Что такое? Слышь, успокойся. Да нет. Это какая волна у нас? Вторая? Четвертая. Ого. Зраки дают. Мочите, мочите их. Убежал. Красавчики. Только третья ночь. Пацаны, можно еще кнопки нажимать пойти. Что за красный дым? Что за красный дым? Это гранату кто-то кинул. Ого, их двое сразу появилось. Раз, два. Четыре аниматроника может сразу быть. Заходи, заходи. Все отлично, сиди. Пацаны, ждем. Слышь, было бы прикольно, если бы во Фредди пришло. Три марионетки, четыре балунбоя. Уходи. Я слышу, как он все кнопки подряд жмет. Вот просто все, что есть, там он все ходит по кругу и жмякает, и жмякает. О, я живой, я живой. Ни одну кнопку нельзя нажимать. Я нажал кнопки еще тут, пацаны. Сейчас вообще будет жопа нам. Электронная жопа, да. Так, я не смогу пройти. Давайте через вентиляцию. Это будет жестко. Это сейчас, пацаны, десятая волна. Десятая ночь. О, чьи-то копыта. Слышишь? Ты что ты делаешь? Эй. Отлично. Hello. Ну что, прошли мы шестую ночь или еще не прошли? Да нет. Нет еще? Нет, это только начало. Нифига себе начало. А он убьет, если я выйду так к нему? Да. А нет! А почему? Ах ты крыса. Так, сюда заходим, заходим. Мне нравится, как маринетка выглядывает. Очень прикольно. О, ты смотри. О, это был скример. Это был скример. У меня опять все жрут. Жрут. Ух ты! Это самая, наверное, смертельная серия, где я больше всех умираю. Больше я и так еще никогда не умирал часто. Да ты смотри, я ж дергаюсь. Бенди уже, ой, Балди, уже расстроился. Но улыбка всегда на лице. Слышь, я выходить не буду, я тут буду сидеть. Параноиком стану. Да. А ну нажми все кнопки, которые там есть. Проверим, что будет. Или ты и так все жмешь?
Вообще карта взорвется. Но мне тут одно недоступно. А из-за чего? Ух ты! Hello. Да заходите вовнутрь. Слышь, вдвоем с железным человеком. В смысле? В коромысле? Вроде все нормально у нас. Я побежал. Hello. Давай. А я живу. Это нереально проходимая ночь. Hello. Мы что ли это выпрыгиваем? Я знаю, что надо сделать, чтобы прекратилось это все. Да не ссы, я так один раз только сделаю. Я ему бомбу под сюда там положу. Что, серьезно? Да. Слышал? Бум! Я знал, что он меня взорвет. Вот я знал. И хитрый то, что ж, если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, скопайте его ВКонтакте. Ну, во всем отличного настроения и всем пока! Ты сейчас...